Это вы что делаете, бабушка Степанида? А это мы, Настенька, от немца Ленинград затворяем. А ну-ка, давай твой край. Осторожнее, осторожнее. Тихо. А что же, гражданка Пахомова, сегодня не вышла? Не видала что-то. Мама, Макар Иванович, на завод поступила. На папин завод. Сегодня первый день пошла на работу. Значит, гражданку Пахомову из списка вон. Почему это вон? А потому что нет теперь в квартире номер 7 домохозяйки. Нет, нет, Макар Иванович, я теперь за маму все буду делать. И за хлебом ходить, и буду дома. И вот здесь тоже. Ну, тогда другое дело. Инструмент есть? Нет. Ну, так беги, тащи скорее, приступай к делу. Хорошо. Ты что делаешь, Катя? Пироги пеку. Разве пироги так пекут? А как же? Вот как. Вот смотри. Подумайте тоже мне. А я еще сделаю, еще лучше. Это с чем же будет пирожки? С капустой. Я с капустой не люблю, я люблю пирожки. Ты какой хочешь? Настоящие. Ну, плен. Настоящие нельзя. А я хочу. Мало ли что, нет теперь пирожных. Где же они? Гитлер съел. Все? Все. Ай-яй-яй. Какая Аврора. Вы не из вашего дома. Ты что, Настенька? Ничего. Тебе пишут, не плачь. А я плачу. А ты знаешь, Настенька, мой папа немца побил. Вот смотри. Синички мои. А твой побил? Может, ты побил. Я не знаю. Нам письма не было. А нам было, было, было. Вот больше тебе никогда пироги не буду печь. Ну и не надо, мне мама спечет вкусные-привкусные. Сама буду есть, я тебе не дам. Ну и не надо. Ну и не дам, и не дам, и не дам. И не дам, и не дам, и не дам, и не дам. И не дам, не дам. Чего это она? Это я ее дразнила, им писем не было. Господи, даже за это можно дразнить. Ай-яй-яй-яй-яй. А если ее папу, не дай бог, убили? А?
Тебе, Настенька, тоже платье сошьет. Сошьешь, Настенька? Обязательно сошью. Ну вот видишь. И ты иди ко мне, Маша. Разморозною зимой доля пушки весна, шел медведь к себе домой, теплый шумный холод. Почему Машеньке глаза не закрываются? Она что, испортилась? Ничего не испортилось. Ее спать уложить надо. Спит. Вот и хорошо. Пусть и выспится, пока тревоги нет. Катенька, кушай. Спасибо. Теперь мне не надо уговаривать кушать. Я бы с удовольствием теперь даже рыбий жир выпила и ни капельки не поморщилась бы. Ой, папина кружка. Мамочка, я буду пить из папиной кружки. Хорошо? Хорошо. Мамочка, знаешь, почему нам письма нет? Некогда ему. Все война да война. Не до писем. Другие же пишут. Ой, что ты, мамочка? Все не знаешь, как у нас было? Идет этот Тони к нашему дому, а женщина наша, как увидели ее, побросали лопаты, бегут, а нам нет писем, а нам, а нам. Такой крик подняли, ужас. А нам письмо. Ну и что же? Только Афанасьеву было письмо. Я его видела. Только оно не с войны было, с Маркой. А с войны никому не было. И Синичкиным не было. И Синичкиным не было. Я пойду домой.
посиди еще, Катя. Не хочу я. Вот все, все расскажу. Катя! Девочки, идите чай пить. А где Катя? Ушла. Ленинградские женщины, матери, жены, сестры, в трудную для всех нас минуту мы обращаемся к вам. Артиллерийские снаряды ложатся на улицах Ленинграда. Враг обрушивается на дома, на госпитали. Не было, нет и не будет у женщин врага более страшного, нежели фашизм. Там, где прошла нога фашистских бандитов, там слезы и горе, надругательство и пытки. Ленинградская женщина, гони прочь от себя слезы, ими не залить в пламени пожаров, стонами не воскресить убитых. Помните об этом, защищайте ваших детей, жизнь которых находится под угрозой. Не щадя силы жизни, обороняйте родной город. Ключи города, наша судьба в наших руках. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Никакие лишения не сломят нашей воли. Не отдадим свой город врагу. Скорее Нева потечет вспять, нежели Ленинград будет фашистским.
нашла капли датского короля. Они сладкие. Выпей немножко. Не надо, Настенька. Как так не надо? Обязательно нужно выпить. Вот увидишь, сразу легче станет. Мне пить хочется. Вот прими капли, а потом чай поставим. Вот и все. Плечи, руки. Я сейчас встану, Настенька, сейчас встану. Смотрите, какая у него дыра в животе. Это его ранили, Настенька. Бедненький клен мой. Сегодня ночью упал снаряд, вот осколками его и зацепило. Неужели его нельзя вылечить? Тяжелое ранение. Пропадет, значит? Зачем пропадать? Спилим, порубим на дрова, раздадим жильцам. Ой, жалко как. А вы его когда пилить будете? Вот людей надо собрать, а людей нет. Где же они? Ослабели, Настенька. У кого ноги не ходят, кто совсем стал плохо. Ой, что с вами, Макар Иванович? А я думала, только моя мама больна. Нет, Настенька, весь дом стал не тот. Всем не тот. Я-то еще ничего. Держусь. Ну, а ты как? Живешь? Живу. Молодец. Так и надо.
Значит, и я в кольце. И ты. А я и не знала, что я в кольце. Ничего, не бойся. Посидим, посидим, да выйдем. А вдруг не выйдем? Выйдем. Мой папа артиллерист, пробился и все. Да, а мой летчик. Твой папа из пушки, а мой бомбами. Вот они вместе как знаете, ну, как на эти ноты. И я как полетят, то только держись. Я пошла. А Тани? А что, совсем забыла? Я скоро. До свидания. До свидания. Thank you.
и приехали. А вам куда, далеко? Мой дом. А вашу разбомбили, вы теперь у нас живете? Нет, это я бабушке Степаниде воду несу. А что, может быть, тебе что-нибудь надо? Ты скажи. Мне не надо. Смотри, а то в случае чего приходи, поможем. А куда приходить? В райком комсомола, знаешь? Знаю, угловой дом рядом с аптекой. Вот-вот, правильно. Ну, до свидания, Настенька. До свидания. Настенька, придешь, спроси Ватрушкину. Не забудешь? Хорошо, приду. Ватрушкина. Какая фамилия вкусная. И кто тебя просил отдавать Насте санки? Ты что, не можешь ответить, когда я спрашиваю? Ну? Я не отдавала, она их сама взяла. Ты же ведь знаешь, что мне надо ехать на концерт. Достань все, обещаю. Вот вам ваши санки, Ольга Петровна, большое спасибо. Ты почему взяла без спроса санки? Как без спроса? Мне Катя дала. Как тебе не стыдно? А чего мне стыдиться? Ты говоришь неправду. Я всегда правду говорю. Всегда? Вот так всегда. Вот все-все расскажу. Ее мама тогда приходит с работы и спрашивает. Нам письмо было, она говорит, не было. И Синичкиному говорит, не было. И Синичкиному говорит, не было. Она была. Вот. Ты так говорила? Говорила. Зачем? Мне маму жалко. Ну иди сюда, Настенька. Чего я все целуешь, целуешь? Вот папа приедет, все-все расскажу. Играйте, девочки, не ссорьтесь. Ну, идите. Здравствуйте, Анна Васильевна. Здравствуйте, Танечка. Как вы себя чувствуете? Спасибо, немного лучше. А где Настенька? Она здесь, сейчас придет. Сейчас мы вас здесь наведем в порядочек. И все будет хорошо. Тонечка, не нужно, я встану и сама уберу. Ничего, ничего, лежите. Безобразие какое.
Это ты вставала? Нет, это Тоня была. Тоня? Ты о ней в случае чего помни. Добрая она девушка. Да, слушаю вас. Повторите адрес. Одну минуточку, я сейчас запишу. Фонтанка. Хорошо. Сейчас вышлем. Понятно, понятно. Морозова? Вот что. В госпиталь попала Фугаска. Ты возьми девушек. Мои девушки только вернулись. Они двое суток не спали. Ниночка, в госпиталь попала Фугаска. Давай адрес. Здрасте. И как только вышла она из булочной, так ее тут же снарядом. Мальчик-то теперь один остался. Отец на фронте. Где живет? Чайковского, 34, квартира 5. Васильев Миша. Пойдешь с этой женщиной и все устроишь. Пойдемте. Спасибо. Здрасте. Здравствуй, девочка. Тебе что нужно? Мне надо девушку тут одну. Девушек у нас много. Ты фамилию скажи. Фамилию? Забыла. Блинова, что ли? Нет, не Блинова. Сметанкина? Нет. Кошкина. Тоже нашел вкусную фамилию. Ой, Ватрушкина. Ватрушкина, Ватрушкина. Ну вот так бы говорила. Мы сейчас ее позовем. Девушки, позовите там Тоню из бытового. Ватрушкина, к тебе пришли? Девочка, иди. Ну все готовы, девушки? Тебе. Настенька, здравствуй. Здрасте. Здравствуй. Здрасте. Ну, как дела? Хорошо. От мамы опять хуже сделалось. А что? Ослабилась совсем. Не тужи, Настенька. Ну как, нашла вкусную фамилию? Нашла. Ну на, держи. Спасибо. Ватрушкина, пора, собирайся. Сейчас, сейчас. Я к вам зайду сегодня. Заходите. Мама все о вас вспоминает. Обязательно зайду. А вы знаете, тетя Тоня, бабушка Степанида совсем расхворалась. Не встает даже. А Макар Иванович, ну, прям от ветра валится. Я у них тоже буду. Часов в 6 я зайду к вам, а потом к ним зайду. А сейчас сколько? Около 4. Ой, мне еще за хлебом. Есть. Что? Карточки. Мне еще за хлебом очередь занята. Я пошла, до свидания. Погоди, погоди. Давай мне кафчики, я выкуплю хлеб. А ты беги к маме. Только вы как получите, сейчас же несите. Ну, конечно. Вот. Это рабочая мамина. Это моя детская. А вы не потеряете? Ну, что ты? Боже мой, откуда это? Как ты донесла такую охапку? А ты знаешь, откуда дрова? Клен спилили. Иду это я. А Макар Иванович увидел меня, кричит: эй, гражданка Пахома, уйдите дрова получать. Вот я и получила. Совсем сырые. Бедненький клен. Ну что ж делать, высушим, топить будем. А что с хлебом? Тоня принести обещала. Она придет? Обязательно придет. А тебе уже совсем хорошо стало, правда, мамочка? Нам бы только до весны дожить, а там и страшно. Почему? Тепло будет. Огород разведем такой, картошки посадим, луку, огурцов, морковки. Ой, скорее бы весна. Мамочка, а весной война кончится? Весной? Все может быть. И тогда папа придет? Конечно, придет. Ой, скорее бы весна пришла.
Что с тобой? Мамочка. Осторожнее, осторожнее. Сейчас все пройдет. Я тебе сейчас сказочку расскажу. Интересная, интересная. Ну так вот, в некотором царстве, в некотором государстве жила-была девочка. И были у нее мама и папа. Катиной мамы. Ну и что же? Она на фронт хочет. На фронт? Ага. Театр едет, и она хочет. А Катя? А с кем же Катя останется? Вот я и сама еще не знаю. Придется, наверное, в детдом устроить. Вот наш хлеб. Это нам столько. Вам? А вот еще. Ой. И это ваш? Ведь ты еще ничего не знаешь, дурочка. А что? Хлеба прибавили. Правда? Ну да. Через Ладогу дорогу открыли. Понимаешь? Ледяную дорогу. Машины идут одна за другой. Одна за другой. С мукой, с крупой. С мясом, с хлебом. Ну что это, я все сама и сама. Кушайте, тетя Тоня, пожалуйста. Берите, берите. Ешь, ешь, Настенька. Мы с тобой еще поберем. Еще как. Всего прибавят. Мама спит. Спит, а ничего не знает. Тетя Тоня, я ее разбужу, хорошо? Буди. Раз такое дело, буди. Играть.
оказывается, тетки. Ее тоже зовут Настенька. Да, Настасья Ивановна. Ну, ты меня можешь звать тетя Настя. Хочешь? О, какой он грязный. Мы с тобой выкупаемся, я тебе новое платьице дам. Какое ты хочешь, розовое или голубое? А может быть, ты хочешь халатик? У нас и халатики есть. Теплый, мягкий. Я домой хочу. Чего плачешь? Что с тобой? А я все равно не сплю. А что? Родила мама тоже. Ну, когда ты ехала? Нет. И не скоро поедет? Нет, не скоро. Пожалуйста, расскажи. Ну? В некотором царстве, в некотором государстве жила-была девочка. Она зимой жила. Было холодно-холодно, а девочка всю весну ждала. Думала, когда же эта весна придет? Она что, одна жила? Она с мамой жила. А папа ее на войну пошел. Вот девочка и мама ее тоже всю весну ждали, чтобы солнышко выглянуло и тепло стало. Они думали, как тепло станет, так и война кончится. И папа их придет домой. И вот в один прекрасный день и наступила весна. Thank you.
Пархомова! Ну как? Живешь? Живу. Молодец, так и надо. Ах, и ты здесь, приказа и коза. А я думала, что вы уехали. Разве можно уехать из нашего города? Здесь я родился, здесь помру. Это мой дом. И мой, верно? И мой. А как же? Вы его, а он ваш. Наш ленинградский. Вот эта улица, вот это дом. Вот эти барышни, что я влюблен. Детеныш. А он вырастет? Вырастет. Конечно, вырастет. Еще больше и лучше прежнего. Ты смотри, расти. Мне на качелях нужно качаться. Как хорошо дома. Очень. Очень, очень. Очень, очень, очень. Дили-бом, дили-бом, прибежали мы с этим. Говорит штаб местной противовоздушной обороны города. Воздушная тревога! Воздушная тревога! Бежим домой, тетя Настя волноваться будет. Пожар, любви жил на мечах.
Владимирович. Замедленное действие. Адрес. Катя! Катя! Катя!
закончилась уже война? Нет, доченька. Я в гости к тебе приехал. В гости? Тебя все ждали, ждали. А тебя все нет, нет. И писем нет. Правда хорошо? Мамочка. Папа, ты знаешь, наша мамочка, мама наша, умерла. Папа, я же не плачу, и ты не плачу, и я тебя во всем помогать буду. Как и мама. И чай буду делать, крепкий, крепкий. Хочешь чаю? Что это я лежу? Лежу. Где я? В госпитале. В госпитале. Так ведь госпиталь для тех, кто на войне ранен. Ты тоже на войне ранен, Люсенька. Ой, больно как. А где Катя? Я забыл. Вот. Знаешь? Матрешка. Катя просила тебе передать. Она тоже поправляется. Мы так бежали, так бежали. Все бежали, бежали. Не успели. Они наш дом свалили. Все они нам ответят. За все. И за маму? И за маму.